Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Тристан, мы продолжаем искать новые игры, играть в них, ну и делать на них обзор. А только не это, пожалуйста. О, вот отлично. В общем, это игра под названием «Берите карту». Если мне память не изменяет, а я думаю, что нет. В общем, это такая игра, в которой ты просто обманываешь свина. В чем суть, к сожалению, я не разобрался с самого начала. Я думаю, что список правил я уже не увижу еще раз. Ну да ладно. Ну что же, давайте посмотрим. Так, игра на штучке. Ну нет, нет. Обычная, полноценная такая игра. Звук есть. Естественно, мы можем слышать голос свина, который будет, естественно, что-то там договорить. Потому что я, когда изначально пытался сыграть телефоне. О, отлично. У нас Кирилл и я. Так, как я понял, суть этой игры состоит в том, что нужно, как говорится, предугадывать карту. Если ты ее угадываешь, ты ее забираешь. У вас есть семерки? Опа, семерка есть. А, слышит голос, отлично. У вас есть валеты? Берите карту. Ни хрена. А, смотрите-ка, у нас три короля. Супер. У вас есть десятки? Не-а. Берите карту, мистер. О, ребят, это лучшее изобретение, я считаю. Так, а ну-ка. У вас есть? Тьфу, зачем нажал? Карту, мистер. Нормуль. У вас есть тузы? Нет. Берите карту. У вас есть короли? Берите карту, сэр. У вас есть девятки? Бери. Мне даже ничего говорить не надо. У вас есть пятерки? Нет, берите карту. У вас есть семерки? Берите карту. Говнюк. У вас есть дамы? Говнюк, нет! Пожалуйста, не надо! Да. У вас есть четверки? Да ты достал! Ну-ка оставь мне, пожалуйста! Не надо! У вас есть двойки? Нет. Нет, берите карту. Бери, бери. Ну давай, семерочку. У вас есть семерки? Карту, мистер. Говно! У вас есть восьмерки? Нет, берите карту. Блин, даже можно увеличить вот так вот. У вас есть короли? Берите карту. Скотина. У вас есть тузы? Нет. Нет, берите карту. Ага. Прекрасно. Мне это определенно нравится. А мне не нравится. У вас есть семерки? Берите карту. Да сволочь. У вас есть тройки? Бери, свиняра. У вас есть пятерки? Ха-ха, хер тебе. Неплохо, но вам придется взять карту. Да дай мне короля, у пожалуйста. У вас есть короли? Карту, мистер. Блин. У вас есть... десятки. Хер. Берите карту. Ой, как хорошо. О, я отлично играю. У вас есть валеты? Берите карту. Опа. Угу. А, серьезно? Хорош. У вас есть восьмерки? Хорош, хорош, хорошо пошла. У вас есть шестерки? Берите карту. Блин. У вас есть пятерки? Не-а. Неплохо, но вам придется взять карту.
Мне нравится эта игра, на самом деле. Здесь тупо на угадайку. У нас угадайка плохо. У вас есть девятки. Хорошо пошла. Ну-ка. У вас есть семерки. Берите карту, сэр. Тьфу, блин. Надо было на А нажимать. У вас есть короли. Нет, ты зачем это сделал? Три. Не, все, ребят, это уже минус. Это уже минус. Да, надо было туз брать. Ёшкин кот, у него было... все. У вас есть десятки? Да иди в жопу. Берите карту, мистер. Пожалуйста, ну девяточку мне быстро сюда. Девятки? Нет, сэр, берите карту. Блин. У вас есть тройки? Берите карту. Ну, неплохо игра сделана, мне очень нравится. То есть, мне вообще ничего не нужно делать. То есть, тупо говорят герои за меня, это у реально... У вас есть валеты? Хорошо. У вас есть восьмерки? Берите карту, сэр. Нет. У вас есть двойки? Ну, хотя бы. Надо было два говорить. Ну ладно. У вас есть шестерки? Гад, ты сволочь, короче. Приношу свои извинения. Я просто неплохо играю в эту игру. Все? У вас есть пятерки? Я проиграл, кахо. Берите карту, мистер. Похоже, проиграл, ребят. Ну хоть скажи, семерки у тебя есть. У вас есть семерки? Ха, берите карту. Восьмерки. Гад, иди в задницу. У вас есть тузы? Берите карту, мистер. У вас есть девятки? Карту, мистер. Сейчас у меня туза отберет. Вот говнюк, а. У вас есть пятерки? Иди в задницу. Ты сейчас у меня так все карты схомячишь. Именно поэтому ты такой разжиревшийся. Берите карту, кусок мистер. Сала. Ой, блин, а. У вас есть восьмерки? В жопу иди. Берите карту. Хорошо. У вас есть тузы? Надеюсь, поражение вас не расстроит. Блин, вот если бы я сейчас так лучше играл. У вас есть девятки? Хорошо пошло. Сейчас главное не промазать. С другой стороны, нужно карты запоминать, которые он брал. Бляха. Ну ладно, пусть будет так. Валеты. Берите карту. Да говнюк, но нет. Ладно. У вас есть тройки? А-а. Неплохо, но вам придется взять карту. Ага. У вас есть восьмерки? Есть! Карточным играм мне несомненно везет. Ой, почти сравнялись! Семь. У вас есть семерки? Нет, сэр, берите карту. У вас есть двойки? Говно. Ну зачем ты это сделал, а? Приношу свои извинения. Я просто неплохо играю в этой. У вас есть десятки? Неплохо, но вам придется взять карту. О, я отлично играю. У вас есть валет? Нет, сэр. Берите карту. Есть! Мне нравится эта игра. Хорошо. У вас есть десятки? В жопу иди. Берите карту. Ох, какая красота. Лучше просто не бывает. Ага, все. То есть нужно набрать 7 сундучков и при этом выиграть. Все, понял, хорошо. Ладно.
Но я скажу одно, эта игра реально классная. То есть здесь игра на эрудит, игра на интуицию, игра на внимательность. То есть здесь, мне кажется, то, чего я, собственно, пока еще до сих пор не понял, это то, что нужно быть реально внимательным. Вслушиваться, всматриваться в каждую карту. Ну хорошо, не, игра действительно клевая, так что браво компании, картозовой компании. Но мы продолжаем, потому что я хочу победить, потому что до этого я проиграл ровно 3 раза. Ну, потому что, понятное дело, я не понял сразу. Все, окей, то есть нужно видеть еще то, что... А давай попробуем так. Ну, начнем, пожалуй, с кьюшек. У вас есть дамы? Опа! Пипик, ко мне сюда. У вас есть тройки? Так, сюда... так. А давай. У вас есть короли? Нет, сэр. Берите карту. Так, ну, чё? Что скажешь? У вас есть пятерки? Берите карту. Нет. Так. А, так, у него троек нет, правда. А давай в шестерку спросим. У вас есть шестерки? Берите карту, сэр. Нет, шестерок нет. Блин, надо было вальта брать. У вас есть дамы? Ковнюк? Ну ничего, ничего, нормально, нормально. У вас есть девятки? В жопу иди. Неплохо, но вам придется взять карту. Так. Блин, а я что брал-то? А. У вас есть четверки? Карту, мистер. Карту, мистер. У вас есть восьмерки? Неплохо, но вам придется взять карту. Угу. У вас есть десятки? Неплохо, но вам придется взять карту. Неплохо. А. У вас есть пятерки? Я не понял, почему мне не достается ход, я что-то понять не могу. А? У вас есть дамы? Берите карту, мистер. Эй, а я что не... А. У вас есть балеты? Карту, блин. Мистер. Ту, блин, а. У вас есть восьмерки? Хорошо. Берите карту, минус. Мистер. Что-то до этого я что-то не понял, почему это так ему везло, там, типа, 3 раза он... Хомячил. Так, а ну-ка давай-ка, знаешь, что попробуем? У вас есть тройки? Карту, тоже мистер. Мимо. Нет. Тройка, тройки мимо. Ой, а что это такое, а? Сбежал он. Ой, какой кошмар. Ладно, пробуем еще разок. Ну, хорошая, кстати, игра, мейнстримная такая. Я думаю, что она заживется в любом случае. Вот. Во всяком случае, зная тот факт, то, что эта игра действительно на внимательность, на понимание, на предугадывание ситуации. А, лис. Фига себе, то есть был раньше свин, сейчас у меня лис. Окей, хорошо. Ну, с лисом будет прикольно поиграть. Так, давайте начнем с семерку. Семерки. У вас есть семерки? Неплохо, но вам придется взять карту. А, это я ранее за лиса играл. Всю. У вас есть короли? Карту, мистер. Все, я за свина теперь играю. Все, понял. Окей, хорошо. Ладно, я за свина теперь играю. Окей, давай попробуем тройку спросить. У вас есть тройки? Берите карту, мистер. Блин. Жопу. У вас есть восьмерки? Нет, сэр. Берите карту. Окей, так. Давай девятку. У вас есть девятки? Опа, сюда. Так. У вас есть четверки? Берите карту, мистер. У вас есть двойки? Берите карту, сэр. Так, ну-ка давай про валеты спросим. У вас есть вальты?
Хорошечно, так. У вас есть десятки? Неплохо, но вам придется взять карту. Так. У вас есть короли? В жопу и пошел. У вас есть восьмерки? Берите карту. Десятку. У вас есть десятки? Опа! Отлично. Четыре. У вас есть четверки? Неплохо, но вам придется взять карту. Есть! О, я отлично играю. У вас есть восьмерки? Берите карту. Стоп. Блин, сейчас однозначно нужно сейчас спросить, знаете про чё? По-любому у него должна быть либо девятка, либо десятка. Давай девятку спросим. У вас есть девятки? Берите карту, мистер. Говнюк. Значит, десятка, ну ладно. У вас есть дамы? Карту, мистер. Теперь десятку спрашиваем. У вас есть десятки? Берите карту, мистер. Нет, ни того, ни другого. Жаль. Ну, давай, ходи. У вас есть двойки? Карту, мистер. Так, тебе давай думать логически. Значит, тарелки нет, значит, да-да-да. Пятерку попробуем. У вас есть пятерки? Сюда. Так, у него, по-моему, были четверки, его спросим про четверки. У вас есть четверки? Неплохо, но минус. Вам придется взять карту. Минус, ладно. У вас есть короли? Карту, мистер. У вас есть десятки? Нет, берите карту. У вас есть восьмерки? Берите карту. А, все, вот по фразе «берите карту» создали игру. И... У вас есть короли? Берите карту. Иди в задницу. Дай мне ход. Все, спасибо. Так. Что мы там у него не спрашивали давно? Ну, давай это. У вас есть тузы? Сейчас лисом мы обкрадем, ребята. У вас есть тройки? Ой, как хорошо пошло. Так, троечки обобрали. Пятерку. У вас есть пятерки? Нет, берите карту. Нет, не пятерка. Ух, как хорошо. Опасная ситуация, ребята. Что, серьезно? Ну давай, без проблем. У вас есть шестерки? Ой, сейчас лиса обкрадем, ребята. Так. Давай подумаем еще. Тройки. У вас есть тройки? Нет, берите карту. Ну, все хорошо, ребята. У вас есть восьмерки? Нет, сэр, берите карту. Мне нравится эта игра. Блин. У него же 1-1, ё-моё. Так, нет, надо сравниваться, ребят, надо сравниваться. У вас есть шестерки? Берите карту, мистер. Говнюк. Блин, нет. Нет. Ну, ходи давай. У вас есть семерки? В задницу иди. Лиссандра вонючая, а? У вас есть восьмерки? В жопу. Берите карту. Блин, семерки нет, ё-моё. Десятка. У вас есть десятки? Берите карту, мистер. Нет, десяток у него нет. Ой, ой-ой-ой-ой. У вас есть дамы? Ты задницу ты пошел, а? Блин. У вас есть семерки? Иди в сорокотан, ты вонючий лис, а? Мне нравится эта игра. Что это за роза у него была? Ну, давай.
У вас есть восьмерки? Нет, сэр. Берите карту. Давай двойку спросим. У вас есть двойки? Ха-ха, хорошо. А про тузы-ка спросим? У вас есть тузы? Берите карту, мистер. Есть! Прекрасно! Мне это определенно нравится. У вас есть дамы? Не-а. Нет, сэр. Берите карту. У вас есть девятки? Нет, берите карту. Так. Ага, все нормально, окей, хорошо. У вас есть четверки? Ой, как хорошо пошла, как хорошо пошла, ребята. У вас есть? Пробуем. Тройки. Приношу свои извинения. Я просто неплохо играю в эту игру. У вас есть пятерки? Берите карту, мистер. Косел. Я отлично играю. Ой, как хорошо. Так. У вас есть дамы? С задницы иди. Берите карту, сэр. С задницы иди. Так, давай подумаем еще, о чем может быть. Десяток нет. Девяток нет. Пятерка. У вас есть пятерки? Берите карту, мистер. Мимо. Есть. О, я отлично играю. Давай. У вас есть... десятки. Скотобаза. Мне нравится эта игра. У вас есть восьмерки? Mm-mm. Берите карту. У вас есть двойки? Есть. Все-таки двойка была. У вас есть четверки? Неплохо, но вам придется взять карту. Нет. У вас есть дамы? Да я только взял. Нет, сейчас у него по-любому 4 дамы будет. Мне нравится эта игра. Я так и знал, а? Блин. Ё-моё, а? Ну давай, ходи. У вас есть пятерки? Мне это подходит. Не воруй у меня карты, пожалуйста. Восьмерки. Берите карту. Не воруй у меня карты. В карточных играх мне, несомненно, везет. Фу, блин. Нет, ну сколько там у меня сундучков? Ну ладно. Не увижу. Зависит, что увидите. Да блин, ну... Все ж хорошо было, а? Да, как победить в этой игре, я не представляю. Ну, короче, это тупо везение, ребят. Вот тупо везение. Вот предугадываешь ходы, ты же не знаешь, какая у него карта, у твоего соперника. Да, конечно, смешанные чувства у меня вызывает данная игра, потому что здесь чисто на угадайку. То есть какая-то логика, какая-то... Чтобы это опиралось на какую-то интеллектуальную направленность, к сожалению, в этой игре я не обнаружил. Но тут чисто интуиция, угадайка, вот это вот все. А у меня с этим, к сожалению, проблемы. Поэтому этой игре мы ставим 4 из 5, потому что все-таки концепция этой игры заключается на угадайке. А угадайка, к сожалению, у меня не очень-то и хорошо работает. Поэтому, скажем так... Хорошая игра, хорошая, но нужно дальше развиваться. Поэтому, кто, как говорится, хочет сыграть в эту игру, естественно, рекомендую скачивать, но, опять же, здесь реально тренируется угадайка. Тренируется угадайка и предугадывание хода соперника. Вот в чем дело. То есть, проще говоря, что нужно сделать? Ну, когда вы скачаете игру, правила вам уже будут непосредственно рассказывать по ходу дела. Вот, поэтому, если вы хотите сыграть в данную игру, пожалуйста, милости, как говорится, прошу, заходите и играйте. Вот, так что,
как говорится, не оставитесь, если на первых порах у вас не получалось выиграть. Выиграйте в любом случае. Ладно, ребят, не буду долго задерживать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, а также пишите в комментариях обзор на какие бы игры хотели бы от меня увидеть. Всем большое спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы. Не болейте. Всего доброго. Увидимся. Пока.